Тебе что-нибудь нужно? Это похоже на... на последнюю часть пророчества. Кровь дочери холодной гавани может извратить назначение лука. Что теперь? Если ты считаешь, что это поможет. Нам вернется. А ты еще откуда? Что, молю Всесоздателя, чтобы это не повторилось, что бы это ни было. Тебе удалось победить. Я чувствую это. Наконец-то. Тебе удалось оказать нам великую услугу. И знай, скалы всегда готовы помочь тем, кто помогает им. Раз тебе удалось очистить камень ветра и освободить мой народ, может быть, ты сумеешь сделать то же для всего Солстейма. Сомневаюсь, что это остановит Мирака. Но, может быть, создаст для него помехи. Тут я ничем не могу тебе помочь. И никто не может. Тебе понадобятся знания, которыми обладает сам Мирак. Тебе нужно больше узнать об этой черной книге. Она была у Мирака? Это, похоже, никак не связано с культом драконов. Это темная вещь, противоестественная. Я предпочел бы не иметь с этим дела. Но вот темный эльф, волшебник Нелот, он пришел к нам некоторое время назад и расспрашивал о черных книгах. По-моему, он многое о них знает. Даже слишком много. Ищи его на юге, но будь осторожнее. Тут действует что-то еще. Пусть тебя не коснется тьма. Скалы благодарны тебе. Теперь мы свободны от темного сна.
что днем было украдено. Далеко от нас. Интересно, зачем Мирак заставлял нас строить эти святилища? Боюсь, ответ будет страшнее, чем мы могли бы вообразить. Я потеряла семью, дом, жизнь, а потом и разум. Thank you.
всегда учили избегать таких развалин. Кажется, теперь я понимаю, почему. Глаза наши были слепы. Я найду того, кто это сделал. Еще откуда?
чудесная Скайримская комната, которую все только и твердят. А вдруг это больно, когда у тебя вырывают душу? Я становлюсь все сильнее, Тавагир. Что это? Это похоже на последнюю часть пророчества. Кровь дочери холодной гавани. Что теперь? Если ты считаешь, что это поможет.
Если уж тебе так нужно знать, я пытался заставить работать это заклинание пепельного стража. А теперь дай мне сосредоточиться. И вообще, разве не ты разбираешься с повреждениями башни? Мастер Нелот поручил ремонт башни или нет? Нет, Тавакин, не сейчас. Это душа моя. Я становлюсь все сильнее.
Судя по твоему лицу, ты впервые в жизни видишь сил Страйдера, так? Что-нибудь нужно? У него твои глаза. Жирная тоскуха. О, что это? Надеюсь, речь не о тех вещах, которые тебе просто надоело таскать. Если хочешь на борт, поговори с капитаном Гьялом. С
Сюда редко кто заходит. Тебе что-то нужно? Угу. Опять ты? Разве не тебя я видел в Вороньей скале? Ты говоришь о книгах эзотерических знаний, которые разбросал по миру старый Хермеус Мора? Это как-то связано с твоими поисками Мирака? Одна есть, и она уже прочитана, верно ведь? И не пытайся отрицать. Прочитано. Я вижу это. Опасные знания все равно знания. И они тоже полезны. Более того, по моему опыту, такие знания самые полезные. А вот это очень опасный путь. Хермеус Мора ничего не отдает даром. Ты тоже можешь кончить как Мирак, конечно. Два обезумевших от жажды могущества дракона рожденных. Очень любопытное сочетание. О, да. Их нетрудно найти, если знаешь, где искать. У меня тут есть одна, и с ее помощью я ищу другие. Да, я не сидел без дела, пока это крайне занимательное безумие овладевало Солстеймом. Но моя книга определенно не то, что ты ищешь. Я совершенно уверен, что она никак не связана с этим Мираком. Зато я знаю, где найти черную книгу, которая может тебе помочь. Да, знаю. Правда, заполучить ее я не смог. Но, может быть, вместе нам удастся проникнуть в тайны Двемеров. Ну, гномы, можно сказать, специализировались на запретных знаниях, так ведь? Ты же не думаешь, что они выставляли свои секреты для общего доступа, правда? Похоже, что древние двемеры нашли эту книгу и начали изучать ее. Я нашел их читальню в развалинах Нчардака. Книга там, но она находится под защитным экраном, который мне открыть не удалось. Возможно, вместе мы все-таки сумеем добраться до книги. Так что нам в чердак. Следуй за мной. Я надеюсь, это важно.
Что? Кто же будет заваривать мне чай? Ну почему это всегда происходит со мной? Так, не стой столбом. Иди и найди мне нового управителя. В Вороньей скале наверняка есть, из кого выбрать. Отличный вопрос. Как только о вакансии станет известно, выбор будет большой. Я думаю, острый ум, отменное здоровье и слепая преданность – вот качество идеального кандидата. О, и еще он должен уметь заваривать чай, а то Улвис всегда его разбавляет. Тогда давай в путь. Двемеры умели строить на века. Эти башни пережили своих создателей на тысячелетия. Книга находится под этим куполом. Мне нужно открыть дверь. Давай этим займемся. Кто там? Куда они берутся?
Пойдем в дом или в пещеру. Хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Чердака, похоже, обожали эти колонны. К счастью, когда я в последний раз был здесь, нашел куб, с помощью которого ими можно управлять. Я запечатал дверь, когда уходил, чтобы отвадить любителей совать нос куда не надо. Сейчас это пробую. Книга там, внутри. Чердак. Город Стабаша. В свое время здесь был крупнейший и, возможно, самый полный из великих кемерских архивов. В древних легендах говорится, что когда норды попытались захватить город, кемеры затопили его и держали его под водой, пока завоеватели не отступили. Лично я в этом сомневаюсь. Но город был чудом кемерского инженерного искусства. Что осталось. Можно видеть, большая часть нижних уровней города затоплена. Но надежда есть. Старые двемерские насосы, похоже, работают. Смотри. К сожалению, насосы включаются только когда кубы стоят на колонне. У меня всего один куб. Эти четыре котла подают пар в комнату наверху. Они выключены, но ими можно управлять с помощью кубов. Так что, если мы найдем еще четыре куба, то сможем включить котлы и возобновить подачу пара в комнату наверху. И тогда я сумею открыть защитный чехол книги. Возьми этот куб, нам он понадобится. Большую часть кубов перенесли на нижний уровень. Возможно, они пытались контролировать затопление до того, как город был погиб. Интересно.
утонул во время первой катастрофы Красной горы. Или слуги Двемеров продолжали пытаться сохранить город после исчезновения их создателя. Ну что же, три куба за этой дверью. Стоит отсюда и начать. Надеюсь, остальные кубы найти будет так же просто. Правда знает. Выходи немедленно. Вот ты где. Очевидно, это и есть великие мастерские Мчардака. Производит впечатление, несмотря на разрушение. Считается, что в пору расцвета в этом городе могли полностью собрать автоматон за один день. Большая часть Двемерской армии в битве при Красной горе, наверное, была отсюда.
конечно, по твоей милости ничего не потеряно. Придется больше плавать в этой жиже. Думаю, где
нужно опустить все три моста, чтобы добраться до устройства управления насосом. Тебе что-нибудь нужно? Ну вот, только больше ничего не трогай. А теперь скорее! Честно говоря, это грязище порядком надоело. У меня есть идея. Я подожду здесь и выйду этот труп, как только ты найдешь последний. Удачи. Захватил для тебя этот куб. Может, займемся этим? Я в восторге от этого города, но не против проверить, сумеем ли мы отбереть.
это может быть очень опасно. Эти книги многих людей свели с ума.